зажглась улыбка твоя. Милый мой, твоя улыбка ранит-ранит, обжигает и туманит, и дурманит. Дрожь меня бросает. Ребят, вы не представляете, у нас в школе был очень такой, как девочки говорили, красивый учитель по физике. И на каждой линейке они пели песню Азизы «Милый мой, твоя улыбка», чтобы потом получать хорошие оценки на экзамене. Поэтому у меня с этой песней определенная, конечно, ассоциация, но давайте поаплодируем Азизе. Это была такая бомба, которая взорвалась тогда на эстраде. И я хочу, чтобы эта встреча сегодня состоялась. Азиза, иди сюда, пожалуйста. Я хочу твое мнение услышать. Ну и, конечно, мы сравним заодно. Догадалась ли ты? Если догадалась, пока не говори, кто. Нет, не догадалась. Очень хорошо. Хочу тогда еще одну интригу. У нас сегодня не только встреча Азизы и Азизы. Это песня 90-го года. У меня в руках журнал 1990-го года «Советская эстрада и цирк». И на второй практически обложке, дорогие друзья, секундочку, крупным планом, посмотрите, пожалуйста, оказывается, этому диалогу, этому конфликту Ермольника и Хазанова уже 25 лет.
Леонид Александрович, я давно ни у кого не просил автографы. Подпишите, пожалуйста. Кстати, да. Здесь даже адрес. Вот Кишинев, 59/1, квартира 57. Нет, нет, мы, я давно, мы с Геннадием Викторовичем давно москвичи. А, твой адрес? А это вот ты из дома притащил? Ну, конечно. Вот я выписывал вот журнал в детстве. Пишите что-нибудь. Ну, Саше, здесь я оставлю место для Хазанова. Теперь, Макс, ты догадался, кто представил Азизу или нет? Они сейчас, видишь, меряются ногами. Понятно. Любовь Юрьевна. Не догадалась абсолютно. Геннадий Ильич, вы будете подписывать мне журнал? Зачем вы так бросаете фамильярно? А тут написано «Саша от Лени», да? Вот да, это вот сейчас. Это, да, после долгих мучений и размышлений вот. «Саша от Лени». Я напишу «Леня от Гены». Хорошо. Кто-нибудь догадался, Леонид Исаакович? Справа Азиза, это я узнал. Хорошо, вы сдаетесь, Леонид Исаакович? Я сдаюсь, я боюсь ошибиться. Максим, это всегда. Ты сдаешься? Любовь Юрьевна? Сдаюсь. Геннадий Викторович? Сдаетесь. Единственное, что я могу сказать, что вот я сегодня впервые за весь вечер не могу поставить пятерку. И я вам скажу почему. Можно снять внешний рисунок. Можно все сделать почти так, как делает Азиза. А нет Азизы. Нету. Нет этого настоящего внутреннего огня. Нету. Я ставлю 4. Хорошо. Прежде чем, дорогие друзья, мы узнаем, кто это, я так же, как и члены жюри, еще раз признаюсь вам, многоуважаемые зрители, я тоже не знаю, кто сегодня скрывается за гримом, но в данном случае Азиза. Ая, она же Светлана Назаренко, известная певица, вокалистка группы «Город 312». Артистка начинала свою карьеру в Киргизии, но настоящая слава пришла к ней и ее группе вместе с песней «Останусь» из саундтрека к фильму «Дневной дозор». И мы надеемся, что участие в проекте «Точь в точь» станет для Аи таким же успешным, как и покорение вершин музыкальных хит-парадов. Это Ая, солистка группы «Город 312». Девочки, зачем вы добиваете членов жюри? Ты? Да, это она. А что ты мне не звонишь уже 2 недели? Ну, потому что я боялась, что вы меня заранее узнаете. Леонид Исаакович, я хочу просто вам напомнить, Максик, что не только Аю нельзя узнать, но и вас сейчас не сразу можно узнать. Ваша оценка? 5 баллов. 5 баллов! Спасибо большое! Максим! Я, простите, я в шоке, потому что я тебя прекрасно знаю, какая ты на сцене. И вдруг это вот тебя поперло, по-моему, да. Но тебя выперло, не, знаешь, еще немножко в другую сторону. Ты сейчас новый словарик открываешь. Тебя поперло, а мы сегодня, и меня выперло. Нет, это артистку выперло, потому что... И вдруг ты, наверное, действительно какая-то другая, да, что-то в тебе родилось. Но я согласен с Геннадием Викторовичем, что... Здесь есть темперамент, все это прекрасно, но нету вот огнива, то, что есть в тебе, Азиза. Я представляю какой-то эмоциональный стресс. То, что я тебя не узнал, это точно, хотя мы очень хорошо, мы даже подписаны друг на друга в Инстаграме. Не говоря уже, понимаешь, о дружбе нашей многолетней. Я согласен абсолютно с мастером. Нас уже двое. Нас гораздо больше. Но сегодня, может быть, я изменю себе, ну, потому что я знаю, что это такое быть там. Я ставлю, конечно, 5. Но все-таки мне кажется, что попасть в образ, тем более таких ярких женщин, как Азиза, это очень сложно. Очень сложный номер, действительно. Я же как стихия, я как... Вот поэтому, понимаешь, стихия, а не... Знаете, что было самое сложное? Что очень много движений, там и живот, там и ножки, там и вот эти все... А петь... Она что-то пела от сердца, так как делаю это я. Любовь Юрьевна, пожалуйста. Сегодняшней Азизе я хочу поставить 5. И Аи, которая действительно вернула в то далекое прошлое Азизе, выступать сегодня Аи перед Азизой,
который сидит в зале, смотрит на нее и дает ей оценку, это еще и двойная ответственность. Поэтому, как аванс, конечно, сегодня 5. Спасибо огромное. 19 баллов. Милый мой, твоя улыбка в моем экране зажигает и туманит, и дурманит, дрожь меня бросает. Это была Ая, солистка группы «Город 312».